все то, что нас ждет, лишь начало конца. Еще раз повторюсь, всем хайку, друзья, с вами, как всегда, я. Надеюсь, вам понравилось предыдущее прохождение. А новое, собственно, будет по Осирису? Или как его там называли-то, мать его? Не помню, ладно, давайте потихонечку будем разгружаться, потом пройдем, наверное, нашего мертвого, неумирающего друга машину. И потом уже, конечно же, придвинемся все-таки к отвергнутым. Вот, нас переместили на новое убежище. Яга, с возвращением. Тем временем мы потеряли довольно много оружия. Удачи. Аж целых 3 вещи. О, как же так? Как же так? А5530B. Хочешь взглянуть, страж? В Эververse найдется все, что угодно. Готовы начать поиск? Так, уничтожаем все то, что нам не нужно. Получаем за это кучу всякого говна. Она сказала, что хочет самовыразиться, а я не стала возражать. 370, думаю, будет получше. Так, тем временем мы уже довольно-таки неплохо прокачались. Я думаю, я оставлю меч. В принципе, меня все устраивает. Чем могу помочь, варлок? Я бы, в принципе, купил бы тебе пару инограмм. Ну вот, не знаю, стоит ли. Пока оставлю. Оставайся на чеку, страж. Хорошо. Что думаешь? О, помните, мы ее вкладывали. Вот она, теперь у нас есть. Так, ладно, детальки модификации, я думаю, я не буду покупать. В этот раз он дает нам монограммы. Круто. Черт, а ведь не хватит. Черт, чуть-чуть. Не сгори там. Ладно. Поговорим. В принципе, эти две тогда можно уничтожить. Возможно, они крутые, все дела, но особо толку нету. Давай подберем тебе все для нового задания. Все равно не хватает, да? Черт. Я надеялся. Держи пушку наготове. Ладно. Знаете что, друзья мои? Мы, в принципе, можем поговорить со всеми. Я думаю, мы это и сделаем. Страж. В принципе, для него только контракты можно выполнять. Так, что у нас по главной задаче? Мы поговорите восстановим стены. Хоторн в башне. Хоторн у нас находится вот здесь вот. Так, ну ладно, давайте поговорим. Что-то нужно. С Хоторн. Кстати, вот здесь я никогда не был. Хочу сходить вниз. Поглядеть, что здесь вообще. Или здесь ни хрена? Наверное, здесь ни хрена. Тем не менее, мы можем здесь бегать. А, чисто в теории даже прыгать. Вопрос только в том, куда нас это приведет. Наверное, все это задумывалось с целью того, чтобы были бы здесь какие-нибудь квесты. Типа, подай, принеси, у меня там, извините, ручка двери заклинилась. На подвальном уровне не могу открыть, получить что-то там, бла-бла-бла-бла-бла.
Возможно, это как-то взаимосвязано. Ну да ладно. В любом случае, отсюда можно выбраться. Но хочется в это верить, по крайней мере. Так, покупать линейные граммы точно не стоит. Я хотел все-таки поговорить вот с ним. Это ты. Мы с тобой были там, когда горела башня. А теперь ты стоишь передо мной. Твой свет озаряет перед нами путь. Я вижу много битв на этом пути. Битв, в которых лишь ты можешь одержать победу. Горнило лорда Шакса тебя к ним подготовит. На моей арене, если Титан перекроет тебе дорогу, сокруши его. Если охотник вызовет тебя на поединок, сломай ее клинок. Если варлок заговорит, заставь его проглотить слова. Есть только один путь к победе, страж. Увидимся на арене. Ну да, в принципе, согласен. Короче, он предлагает нам сражаться в Горниле. Награды за него довольно-таки, ну, нормальные, скажем так. Но не прячься, я... варлок. До новой встречи. Не люблю бои PvP, поэтому... Это немножечко не моё. Жалко, летать не могу, вот обидно на самом деле. Что ж, вон там Хонтор. Хоторн. Надо поговорить с Хоторн. Пропустите! Разойдитесь! Герой идет! Только не возомни о себе слишком много из-за этой победы, а то я пожалею о своем решении. Да, верно. Держу пари, ты думала, что быстро от меня избавишься. Не, я решила тут остаться. Завала меня убедил. Ты представляешь? Мы говорили о кланах, которые я собираю. Ему это нравится. Он считает, что они пойдут на пользу городу, и вот, я здесь. Это какое-то безумие, но такие уж времена, верно? Странник ожил. Старые правила больше не работают. Но играть по правилам я никогда не любила. Ну, чё кого. Короче, мы стали свидетелем чуда, странник пробудился, Хоторн вернулась в город. Завал убедил ее не покидать поста проводника, как новых, так и для бывалых сажей. Она нашла, короче, свое место в сообществе, став посредником между гражданскими людьми, короче, стражами, которые их защищают. Заходите, Хоторн, за информацией по всему, что касается кланов. Вот, у нее можно купить какое-нибудь нищебродское оружие, которое нам... В принципе, увидимся. Нафиг не нужно. Подойдите сюда на секунду. Так дорого. Да. Ну нет, так нет. Я... Никогда не думала, что странник снова проснется. Если он меня испытывал, то я его подвела. Знать, что я ошибалась, для меня это непривычно. Но теперь я вижу, что тайна этой вселенной еще более загадочны, чем я могла представить. В свете странника перед нами открываются целые миры новых возможностей. Впервые за много веков я понятия не имею, что готовит будущее. Разве это не здорово? Ну, такое. С одной стороны, да, но с другой мы получим люлей. Ладно, Икора поняла, что чем больше мы учимся, тем меньше мы знаем. Она размышляет о прошедших событиях и светлом будущем, которое, собственно, ждет нас с перерождением и оживлением странника. А также обрела в вас друга, которому она может доверять. Такие люди встречаются ей нечасто. Возвращайтесь к Икоре, чтобы вновь пережить моменты Красной войны. Лучка — последний город. Круто. Собственно, надо тут поговорить со всеми ребятами. И с Кейдом в том числе. Из многочисленных подземных уровней были очищены и признаны безопасными только... Так. Давайте посмотрим, что там Кейд скажет. Ну, я не думаю, что он скажет какую-нибудь хрень. Кейд всегда говорит что-нибудь смешное. Покажи.
Ну, там вот мы можем видеть какой-то корабль, кстати говоря. Кей-ди-кей-ди-кей-ди-кей. Я бы погиб при падении старой башни. Да где ж ты, ё-моё, дружа? А, вон он там. Привет. Раньше я думал, что авангард не самое лучшее место для охотника, но здесь я приношу пользу. Многие в эти дни видят лишь спокойную и хладнокровную Икору. Но в те времена, когда она сражалась в Горниле... Нет, если я тебе расскажу, она меня убьет. А, проехали! Короче, я просто хочу сказать, авангард всегда тебя прикрывает. У меня свои речи просто мурашки по коже. Из приключения, в которое он отправился в одиночку, Кейт вынес один урок. Они намного интереснее и безопаснее, если рядом кто-то есть. Им не терпится вернуться в строй и снова затеять новую авантюру по поиску сокровища. Своим напарником он хочет назначить вас. Заглядывайте Кейду, если хотите выполнить задание в поиск сокровища, немножко пошалить. Ну, вот видите, соответственно, нет у него заданий, как привет, часто привет. Бы к нему мы не проходили, и они, к сожалению, блин, не появляются. Это немножко обидно. Как тебе это местечко? Правда, иногда я смотрю наверх, ожидая увидеть старый ангар. Ну что ж, мне не впервой начинать все сначала. В жизни, как в механике, важна скорость разгона. Кстати, о разгоне. Надеюсь, тебе понравится сперл, который я собрала. Ну, не стой как столб. Иди и прокатись на нем. Я думаю, мы возьмем, наверное, вот этот сперл. Потому что вот такой у меня точно есть. Ну, либо можно еще вот такой взять. Ну, по-моему, из всех вот этот прикольней будет. Но на самом деле я бы взял какой-нибудь более интересный. Какой милашечный. Так, ну это как наш. Какой он веселый. Я думаю, может вот этот по фану взять. У меня такой уже был. Обращайся бережно. Все 140. Обидно. Почувствуй вселенную. Или что там еще? Хорошо? Ну что, давай поднимем тебя в воздух. Хорошо, почувствую вселенную. Так, давайте сменим. Ну что тут, что тут. Основная техника между телепортациями занимает меньше вот времени. Извините, а он лучше. Это давайте посмотрим, что у нас есть и как может выглядеть наш... Я тут, и я не сплю. Я весь внимание. Внимание всем! Мне надо кое-что сообщить. А ты штат вестей нет? А если соединить Варлока Пустотника и одного из моих ночных охотников? Да-да-да. Спорю, и Кора на это согласится. Клянусь странник. О, кстати, как вам вот такой цвет? Как раз у нас сейчас пойдет нечто подобное, поэтому хорошо. Я думаю, что самое оно будет. Зеленый прожектор, модификатор телепортации в виде белого знамени Горнила. Еще что-то новое? Пирка. Тебе рассказывали про кристаллизацию в теневом районе? Интересно, давайте вот такой вот. И можно, кстати, подкрасить еще. Стоп, стоп. Ну, выкладывай, что не так. Так, идите сюда. Как-нибудь вот так, как еще нет. Займет еще лет 50, не меньше. Вот так пойдет. А, ну вот. Теперь наше задание мы какое. Хрен его знает, собственно говоря. Ладно, будем изучать по ходу действия. Броню особо смысла перекрашивать пока не вижу, потому что у нас все равно она меняется очень часто. Просто теперь нам нужно поговорить с командором. Значит, пойдем к нему. Командор, я тут. Почти добежал. Мега-титан. Знаешь, я ведь помогал строить эти стены. И гордился этим. И сейчас горжусь.
Но стены не только крепость. Они еще и тюрьма. Довольно легко забыть об этом. Сейчас, в начале нового золотого века, город там, куда идет человечество. Мы двинемся вперед. Мы смело глянем в лицо неизвестности. Мы отправимся на новые планеты. И однажды увидим свет далеких звезд. И, Страж, ты пойдешь впереди. Знаете, лучше бы не видеть на самом деле, учитывая то, что нам показал в начальном ролике Странник, малость нехорошая вещь. Ладно. На сердце у Завала лежит груз вины за потерю города. Однако на самом деле это было призывом к действию для всего человечества. Настало время укрепить оборону и дать врагу отпор. Рапортуйте Завале, чтобы отправиться в сумрачный или обычный налет. Пам-пам-пам-пам. Ну и там кучу поручений нам давали, короче говоря. Героическое приключение. Че нет? Завершите любой налет с финальным боссом. Да, пожалуйста. В налетах выстрелил из гранатомета. Ну, в принципе, можно. А совершать убийство электрической энергии в налете. Ну, блин, нет, извини. Пустотный, ну, тоже, простите, нету. Вольно. Итак, новые миссии, новые поручения. Призываются стражи. Доступны новые задания. Гол, поверженный город снова в наших руках. Но у вас еще много дел. Новые задания и могущественные враги ждут вас во всех мирах. Ищите легендарное оружие и броню, увеличивающую вашу силу. Выполняйте задания, чтобы заработать экзотические виды оружия и брони. Присоединяйтесь к остальным стражам и помогите построить новый золотой век. Итак, рубежи. Ну да, куча всего, короче, нам доступно. Сражайтесь плечом к плечу с Кейдом 6, чтобы помочь Петре Венш вернуть контроль над опасной тюрьмой старейшин. Завершите два боя в плейлисте быстрой игры, пополните месте врата на Меркурии и поговорите с Т7 Дивенс. Я могу, конечно, заняться сразу отвергнутыми, но... Я думаю, мы будем идти так. Проклятие Сириса, военный разум, отвергнутые. Как я и собирался делать это изначально. Вот. Здесь, кстати, на Эхо у нас доступны миссии, налеты. И доступны дальнейшие миссии именно отверженных. Мы их будем уже выполнять после того, как мы выполним отвергнутые, наверное. Да, и годовой абонемент у меня все еще не куплен. Грустно, печально. А начнем с авангарда, как вариант. Что тогда, старик? Так, здесь 540, Варвар, по-моему, да? Главное оружие — это твой разум. Не забывай об этом. Так, гнев, кража, врата. Варлок, твое главное оружие — это твой разум. Не забывай об этом. Ладно. На 500 уровне пойти, что ли? Так, вам необходимо что-то, что может привлечь внимание Зола. Так. Это твое первое задание для мертвой орбиты. Ну да-да-да, я знаю, почему он не открыт, ладно. Меня встревожил последний отчет Икора. Я даже не думал. Так, ладно, потом с этим разберемся. А пока. Хочешь выучить новый? Хочу. Всегда рада тебя видеть, Страж. Несмотря на гнетущую обстановку башни, Тесс рада приветствовать вас, Эververse.
и приглашает вас отпраздновать начало нового сезона. Она предлагает вам выполнить контракт. Уничтожите врагов человечества по всей Солнечной системе. Вообще не проблема, подруга. Заходи еще, страж. Обязательно. Теперь мы можем открыть синограмму, которая нас, собственно, вознаградили. Приветствую, страж. Добро пожаловать. И нам дали новое оружие. Крутая тенечка. Па-па-па-па-пам, это, конечно, минус. Минус, ну ладно. Ух ты ж. Вот это красота. Серьезно? Это автомат? Вот это вот неожиданно. Я думал, это будет пистолетик. Давай уже переходить. Ладно, с этим мы разберемся. Пункты назначения, давайте посмотрим. Три из этих файлов старше самого города. Ты же только что заходила, страж. Так, запускаем проклятие Осириса. Когда напал Красный Легион, мы чуть не лишились всего, что нам дорого. Нас спасло чудо. Пробуждение странника. Это новое начало. Карты пусты. Правила стерты. Мы знаем только, что нам надо стать лучше, чем когда-либо. Этот маленький уголок Вселенной — единственное место, которое всегда будет нашим домом. На нас направлены завистливые взгляды. Мы доказали, что не боимся любых захватчиков. Но свет странника пробудил нечто прямо у наших ног. Война только начинается. Это да. Только начало всего того бардака, который нам предстоит еще раз хлебывать. Я вам скажу, не так-то это легко. Жуткие валуны, роботоубийцы, люди в смертельной опасности. Серьезно, ты еще не устал от этого? Усталость — препятствие на пути к цели. Как и жалобы. А я даже не начинала жаловаться. Ау! О! Вот теперь я жалуюсь. Соберись, Сагира. Целься в небо, Бугай. Лафасал! Нужна помощь? Снова? Нет, спасибо. Ну? Осирис? Что ты увидел? Притормози! Погоди. Я ведь... О, черт! Беги! Слева! Справа! Речь нейтральна! Не благодари! Знаешь, я заметила, что из всех возможных реальностей ты постоянно выбираешь те, в которых мы становимся мишенями. Нужно уходить. Если план Вексов сработает, все будет кончено.
Он видит твой свет. Уходи! Нет, я тебя не оставлю. Без меня ты не вернешься назад. Если я не остановлю Вексов, возвращаться будет некуда. Это ради нас обоих. Даже не... Осилие! Ну что ж, погружаемся в проклятие Осириса. Надеюсь, нас ждет что-то интересное. В принципе, я уже проходил, поэтому знаю, что нас ждет, как бы логично, да? Единственное, что я не проходил, это отверженных, и то не до конца. То есть сначала-то я тоже видел, но... Страж, спасибо, что пришла. У меня есть новости с Меркурия. Странные вести от культистов, упорно живущих в развалинах. Обычно я игнорирую их теории заговора, но один из тайных людей нашел это. Мертвый призрак? Она не мертва. Ее зовут Сагира. Я знаю ее уже очень давно. И ее стража. Осириса. Того самого Осириса? Стража, которому нет равных? Героя шести фронтов? Завалы да завалы? Завала бы не оценил твое сравнение. Большинство стражей не произносят имя Осириса. Единственного командира авангарда, изгнанного из города. И того... кто показал мне, что значит быть варлоком. Мы нашли Сагиру на Меркурии. В тот же момент произошел всплеск активности вексов на планете. И ты думаешь, что в этом замешан Осирис? Я должна разобраться. Даже если авангард не хочет. Когда я потеряла свет, у меня не осталось ничего. Я была опустошена. Потом прилетела ты и помогла мне вернуться назад. Мне снова нужна помощь друга. Лети на Меркурий и возьми Сагиру. Последователи Осириса могут знать, что означает ее появление. И пока что держи это в секрете. Не хочется бросать тебя со стены. Это была шутка, да? Да, это шутка. Что-то как-то не очень смешная шуточка. И почему мне кажется, что она не смеялась? Так, а почему он белый? Я вроде как его перекрасил же. Странник превратил Меркурий в большой сад. Он был настоящим раем до прихода Вексов. Они заменили ядро планеты на сеть своих машин. Мы называем ее «Бесконечный лес». Это непрерывно растущий лабиринт реальностей. Там нет двух одинаковых дорог. И оттуда еще никто не выбирался. Осирис стал одержим этим лесом. Ну, я думаю, там есть определенные причины. Добро пожаловать на Меркурий. Знаки поведали мне о твоем прибытии. Какое совпадение? Мы тоже следовали знакам. И под знаками я подразумеваю факты. Это тоже знак.
Я брат Венс, последователь Осириса, хранитель маяка, главный архивариус запретных истин и оракул пророчеств. А как-нибудь попроще можно? Хотя, Destiny, это ж вся игра на пафосе. Так, ладно. Новый автомат. Недалеко от тебя врата Вексов. Осирис изучал их многие годы. Он был уверен, что это дверь в бесконечный лес. Единственный шанс найти Осириса — открыть эту дверь. Икора Рэй, величайшая ученица Осириса. Брат Венс, величайший фанат Осириса. Ну, главное, что вы встретились, ребят. Так, мне кажется, они идут быстрее, чем я. Надо их догонять. Ну, это мощная хрень, я вам скажу, друзья. Просто типа застрелял их до смерти. Опять быстрее меня. Здесь хоть что-то полезное есть? Так, ладно, думаю, это не для меня. Стоп, друзья, вы куда решили собраться без меня? А главное, зачем? Ну, эта фигня мне определенно нравится. Определенная крутая фишка. Так. Перезарядимся-ка. И пойдем дальше посмотреть, кто же остался в живых после наших забегов. Ясно, понятно. Ну, такого дерьма у меня есть винтовки. Некоторые из них даже очень больно бьют. Я так рад, что Осирис привел вас ко мне, своему самому верному слуге. Ты преклоняешься перед человеком, который оспаривает все и вся. Я удивлена, что вера для тебя так много значит. Врата в бесконечный лес. Место, откуда еще никто не возвращался. Даже Осирис. У меня на пороге Вексы. Осирис так и не вернулся. Вера — это все, что у меня осталось. Ну, хоть вера. А как же надежда с любовью? Или ты не надеешься? И никого не любишь? Ладно. Будем выяснять все поочередно. Ребята хотят получить по морде, они получат. Я не хочу получать по морде, я не получу. Вы
аналогичное же правило, разве нет? Угу. Каждому свое. Врата тем временем почему-то начинают отзываться, и мне это совсем не нравится. Ну-ка. Мне эта пушка определенно нравится. Ауч. Как же это больно-то. Ну, в общем, не что ж, я готов, если ты готова. Да я-то всегда. Побежим навстречу Вексам в портал. Что? Мы не можем пройти через врата. Может, если мы разбудим призрака Осириса? Храни нас, Осирис. Его призрак у тебя? Сагира? Прошу, пожалуйста, принеси ее ко мне. Конечно. Кто же мог знать о том, что они начнут на нас переть всем своим бородатым стадом. Скопом будущих трупов. Ладно, значит, будем их потихонечку уничтожать. Мне не жалко, я могу. Просто это займет некоторое время. Эй, большой чувак, хватит от меня смываться. Я просто хочу поговорить с тобой по душам, да с тобой. Ладно, мне из тебя подарок, смотри. Понравился? Это необычные вексы. Мне вот тоже нравится. Вроде даже убивать вас неплохо получается, друзья мои. Так, а там что за хренотень? Так, секундочку. Есть у меня тут одна проблемка, так сказать. Ладно. Все будем решать по мере его выступления. Так. Это еще что за хрень? Ну, конечно. Без вашего дерьма не могло обойтись, да? Ну, новенькие пришли. Дайте хоть перезарядиться, мрази. Я же вам даю время появиться. Вот и вы мне, можно сказать, дайте время. Не появиться, конечно же, нет. Мне достаточно просто сделать перезарядку. Интересно, о, как хорошо она его берет. Электричество явно твое. Вон, уничтожь тот модуль.
Без проблем. Вексы, и без промедления. Вексы, из разных временных линий, собираются на Меркурии. Это плохо. Спасибо. Не знаю, что бы я делал, если бы Осирис не послал тебя ко мне. В знак благодарности последователи Осириса помогут тебе оживить его призрака. У нас на Земле есть скрытый храм. Отнеси туда Сагиру. Я сообщу последователям о вашем прибытии. Теперь на маяке безопасно, и мы сможем начать подготовку к возвращению Осириса. Сбываются все утерянные пророчества. Я скоро встречусь с самим Осирисом. Ну так это вроде как хорошо, разве нет? Ух, мать-то. Ну, выглядит-то красиво. Итак, доступна новая зона высадки Меркурий. Зона высадки Меркурий доступна в консоли навигации. Что ж, друзья мои, встретимся с Осирисом в следующей серии. А на сегодня все. Всем пока, всем удачи, рад был вас снова видеть.